От аптеки до медицинского холдинга. Сеть клиник-целителей, оказывающая медицинские услуги экспертного уровня для детей и взрослых, отметила день рождения своего основателя Шихамира Магомедова. День рождения и Новый год – пора подарков. Так решил коллектив сети и запустил бесплатную акцию в новой клинике на Ляхова, 22. 13 специалистов разного профиля накануне приняли каждый по 20 взрослых и детей с различными патологиями. Врачи напомнили пациентам о важности своевременной диагностики. Сегодня в стенах нашей клиники совместно с благотворительным фондом «Минсан» и «Мой солнечный путь» я приняла 20 подопечных фонда. В силу эпидобстановки очень много детей с острыми респираторными заболеваниями. И очень важно на ранних стадиях отличить детей с обычным тем же гриппом и детей с пневмонией. Сотрудники благотворительных фондов не могли остаться в стороне и не оказать содействия в таком добром деле, поскольку некоторые из них и сами родители детей с особенностями развития. Нашими подопечными являются дети с ограниченными возможностями, поэтому это вдвойне такое благое дело, что они имели возможность бесплатно обследоваться у очень хороших специалистов. У меня тоже особенный ребенок, у него аутизм, ему 13 лет. Мы тоже пришли на прием к ортопеду-остеопату. Акция «День открытых дверей» – первая в этом году, но однозначно не последняя. Каждую пятницу клиника планирует помогать пациентам, у которых нет возможности прийти на консультацию платно. Мы принимаем всех нуждающихся малоимущих детей-сирот в каждую пятницу с часу до 4. Проводим ультразвуковую диагностику, и они могут получить консультацию хирурга. К слову, больше 25 лет назад появилась первая аптека-целитель, а затем кропотливо, но при этом стремительно целитель стал крупнейшей региональной сетью. Буквально на днях здесь запустят операционный блок, отвечающий европейским стандартам, которому, по словам основателя холдинга, нет равного в Северокавказском регионе. Проектирование и оснащение самым современным оборудованием экспертного класса близко к совершенству. На этом клиника останавливаться не намерена. Наш холдинг, сказать, торт большой, да, а вот операционная на этом торте, можно сказать, как бы вишенька. В ближайшее время у нас есть в планах открыть стоматологию с многочисленными креслами для детей, для взрослых, чтобы человек пришел в одно место по одному адресу и ему были оказаны все необходимые условия. Лечение, условия содержания, питание, действия персонала – все должно быть на должном уровне. Это девиз клиники. Команда обещает и дальше делать свою работу на отлично, чтобы каждый пациент, довольный результатом, мог с уверенностью советовать своим родным и друзьям обращаться именно сюда. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала.